Здравствуйте, дорогие телезрители. И вновь мы с вами, ЕСН ТВ. Мы сегодня находимся на празднике в Нарва-Иссу. И сейчас мы попробуем взять интервью у участников этого концерта. Расскажите, что это за мероприятие у вас сегодня? Сегодня отчетный концерт коллектива Cooler Club. Это наш известный танцевальный коллектив, который танцует танца. А вы что здесь делаете? Мы сегодня выступаем как сопровождение для нашего танцевального коллектива. Здравствуйте еще раз. И вот мы подошли к простым людям, которые пришли посмотреть на концерт. И сейчас мы зададим им пару вопросов. Расскажите, откуда вы? Санкт-Петербург, Россия. Можно рассказать, чем вы здесь занимаетесь? Вы приехали специально сюда посмотреть на этот концерт или вы отдыхаете? Мы отдыхаем. Вы отдыхаете? Вам нравится Усть-Нарва? Прекрасное место. А сегодня вы пришли посмотреть, наверное, просто как бы разнообразить свой отдых. На самом деле, расскажу, мы шли по берегу, нас пригласили девочки прийти на концерт. Скажите, пожалуйста, что вы можете пожелать вот Усть-Нарве и жителям Усть-Нарвы? Позитива, творческих успехов, разнообразия, доброты, веселья, счастья, радости. Расскажите нам, пожалуйста, что сегодня здесь происходит в Нарва-Иссу. Расскажите немножко. Сейчас в Нарва-Иссу у нас проходят дни танца. 3 дня они длятся. Вот сегодня второй день фестиваля, и сегодня отчетный концерт юбилейного нашего танцевального Cooler Club, 30 лет. Один коллектив, да, танцевальный коллектив Cooler Club, это они как бы хозяева праздника, у них сегодня юбилей. И к ним вот различные гости приехали, танцевальный коллектив из города Кохтла-Ярви «Ритм», а также вот ансамбль народных инструментов нашей музыкальной школы тоже подарят им свой подарок. А что вы можете пожелать жителям Нарва-Иссу? Я всегда желаю любви, счастья, солнца и улыбок. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Марина. Вы здесь живете, коренная? Нет, я из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. Я насмотрю, у нас сегодня очень много гостей из Санкт-Петербурга. Наверняка вам нравится Нарва-Иссу. Ой, я обожаю этот город. Скажите, вот вы сегодня были на концерте. Вам понравилось? У меня нет слов. Я просто под таким впечатлением, особенно мне вот танец неба. Ребята, конечно, супер. Что вы можете им пожелать и пожелать вообще горожанам Нарва-Иссу? Ну, им я хочу пожелать, конечно, творческих успехов. Я хочу, чтобы ребята этого коллектива добились в жизни, ну, наверное, самых огромных высот. И хотелось бы задать вам пару вопросов. Что вы можете нам рассказать немножечко хотя бы об этом концерте и этом ансамбле? В этом году в Нарва-Иссу проходят дни танца. Это трехдневная программа. Сегодня вы попали на второй день, когда у нас концерт нашего танцевального коллектива Cooler Club, который отмечает свое 30-летие. Коллектив тем удивителен, что он у нас единственный. Его основателем и 30 лет бессменно возглавляющим является хореограф, педагог Ирина Васильевна Селецкая. А еще хочу сказать, что для семьи Селецких это, безусловно, дело всей их жизни. Потому что в семье 4 балерины. Старшая Мария танцует в королевском балете Фландрии в Бельгии. Ася руководит кохтлоярским коллективом «Ритм». Ксения
солистка театра Эстонии. И младшая Евгения учится в балетной школе. Так что у нас целая династия балерин. Я желаю коллективу нашему Кулеркуб долгих-долгих творческих лет. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что это был за концерт, что это была за группа? Вы как руководитель, мы это все видели. Что вы можете сказать? Ну, сейчас вообще что-то трудно сказать. Это очень эмоционально, очень сильно. Нам 30. И это юбилейный концерт с приглашением гостей. Сами понимаете, сейчас одни эмоции. Сейчас, наверное, уже ничего, кроме радости, кроме счастья и большого-большого волнения. А эмоции, наверное, в лучшую сторону. Конечно, конечно. Это же 30 лет. Это же увидеть здесь не только тех, кто сейчас танцует, а увидеть тех, кто танцевал давно. Они сюрпризно подошли к этому. Они подготовили все неожиданно. И это было... Это действительно очень тяжело. Это хорошая тяжесть. Это хорошая тяжесть. Это очень много эмоций. Это сейчас надо выдержать. А что вы можете пожелать вот своим ученикам, которые уже куда-то во взрослую жизнь ушли, или которые вместе с вами сейчас, или вот даже можно сказать будущим ученикам, что вы можете им сказать? Сил выдержать меня. Хорошие эмоции, не только направленные на себя, а я... Сейчас очень сложно, они внутри выдать вот сюда, это им приходится проходить очень длинный путь. Если раньше это было как-то по-другому, то сейчас этому учим. И я рада, что они от этого получают удовольствие. Поэтому я думаю, что и остальным я, наверное, пожелаю пройти этот путь, потому что вы посмотрите на них, их не узнать сегодня. Видно, что это доставляет им огромное удовольствие, может быть, заразятся и другие. Я хочу вот этой зараженности все. Я хочу, чтобы все это любили. Может быть, это не скромно, но вот так. Ну, а мы ваши, юбилей, день рождения, пожелаем вам здоровья, успехов, главное, терпения и выносливость. Спасибо большое. Вам огромное спасибо.